Доброе утро, друзья. А у нас тут люди, если можно так сказать, у Василисы из Скифа. Такая тигриная любовь. Вас. Ты же добрая кошка. Скифа. Привет, малыш. Дух. И упал без сил, да? Катается. Васка катается. Васа. Василиса. Василиса. Ну, иди поздоровайся. Вазочка, девочка красивая, мы тебя давно не видели, а у тебя тут, оказывается, тигриный романтик. Ну, Василиса. Скажи, не до того мне сейчас. Не до того. Ну, иди пообщаться. Паса, иди. Любовь любовью. Знаешь, оно как. А любовь поклонников — это тоже дело такое. Моя кошечка. Моя гостья. Красивая девочка. Моя красивая девочка. Да. Да. Ты, может быть, мамой будешь? Мне кажется, мама — это привычное состояние Василисы. Если она не мама, то она как не в своей тарелке. Ну, мы помним, друзья, кто не помнит, кто с нами недавно, что, повторяю, к нам в день подписывается от 500 человек. Они не знают всей истории, потому что очень много, больше 2000 видео. Да, они не знают всей истории. Так вот, Василиса, она прекрасная мать, но в этом году, ну, не в этом, получается, в том году, когда были очень большие нападки на Олега Алексеевича, и он, у него не было абсолютно времени приходить к животным. Да, я тебе рассказываю. Ага, ты решила Скифа тронуть. Василиса как раз кормила деток. И когда Олега Алексеевича посадили в тюрьму, Василиса так плакала, когда к ней подходили. Она не могла понять, что происходит. Нет любимого хозяина. И она отказалась кормить малышей, да. Пришлось их забрать. Хорошо, что они такие уже были чуть-чуть все-таки подрощенные, не совсем малыши. Вы помните эту историю. Мы все очень переживали. Василиса тогда похудела. Да, Скифа? Да. Да, мой красивый кот. Да. Скажи, похудела. Мы к ней подходили. Она так плакала все время. Да, Скифа?
красавец скиф. Хочется, да, показать поближе эту скифскую моську. Да? Помните, что скиф умеет говорить «мама». Мама. Мама. Ну, мама. Так, только не быстро. Нет! Пошел. Ой, все, амбе вокруг. С любовью и с тайганом.